Друзья, всем привет! Хотим порекомендовать вам канал Зодиак. Автор канала проводит каждый день прямые трансляции по играм, а именно Танки Блиц и Стендов 2. Стримы проходят в приятной и веселой обстановке для зрителей. Кому интересна данная тематика, добро пожаловать на его канал. Ссылку оставим в закрепленном комментарии. Ребятушки, всем привет. Приехал в детский дом на Ресинском, ребят. Константин Артемов, тебе спасибо огромное, дружище, за подгончик детишкам, купил соку, конфеток, ребят. Давно я в этом детском доме не был, ребят. Давно. Опа. Ребятушки, ну сегодня у нас вот так меня всяко было ночью, а сейчас теплеет. Не знаю, сегодня поедем, ребятушки, будем кушать. Сюсюринг. Сейчас надо. О, бля, деньги надо снять. Точно. Ладно, возьмите и сниму. Здесь сейчас я не заеду, сниму. В общем, 500 рублей буду предлагать, кто съест ложку. А если, может, Нинка одна захочет, 2000 ей дам. И она сама съест все. Нинка, мне кажется, блядь. Тот еще жрок все сожрет, нахуй, мясо жрет. Константин Вячеславович, тебе спасибо огромное. Так, черт, здравствуйте. Ох, что-то давненько у вас не был. Детишкам. Спасибо. Пожалуйста. Еще раз спасибо огромное за помощь детскому дому. Ребят, всем огромное спасибо, что смотрите, помогаете. Так что поехали, ребят. Сейчас все, какие планы? Денег надо снять. Наверное, здесь у себя сниму. У нас вообще, у нас один банкомат, ребята, весь поселок, ебаный в рот. И вот, блядь, вообще пиздец. Такая шляпа, вот, блядь, приучили нас, блядь, к деньгам, блядь, а снять хуй где, блядь. Один банкомат, сука, пидрилы, блядь. Ну ладно, я не матерюсь, ребят, ну все. Поедем, потом заедем к Светке. Там Катя с Австралии, блядь, продуктов, ну, денежку отправила на продукт, чтобы я купил. Только камера у меня, ребятушки, хуй станет уже. Немножко другая у камеры. Так что, друзья мои, едем, едем и будем все посмотреть. Потом поедем, возьмем Нинку с чернышом, может, дедушку, поедем на трубы. Блядь, еще крошку надо взять. Точно, ребятушки, забываю вообще все, блядь. Еб твою мать. Так что, ребятушки, не переключайтесь, самое интересное будет впереди. Ребятушки, выехал в Азбест, забыл самую эту новость рассказать, ребятушки. Рыжик Вовка тут, блядь, от Кучерявого пишет, ребят, слушайте сообщение, чтобы потом не завлять. Так. Паша, здорово, это Вовка Рыжий молодой. Все, это, я сниматься у тебя, Паша, короче, не буду. Я как бы все, ну, на работу как бы уже устроился. Ну, к вам туда, на Рефтинский, короче, на птицефабрику. Вот. С сестрой как бы я, короче, нахуй помирился, все, вот. А то, если я сниматься буду, пиздец, нахуй будет. Че, меня с Денюхой даже нихуя не поздравляют. Ребята, я, блядь, рад нахуй, ёб твою мать. Сниматься, говорит, не буду, блядь, думаю, расстроюсь. Я рад нахуй, сестра, молодец, блядь. Ёбаный в рот, наконец-то от рыжика к этого избавился. Но это еще не вариант, ребят, сейчас, может, приеду, он, сука, падла, там будет. Потом пишет такое сообщение: Паша, можешь тебя просить на пачку сигарет? Я тебе заебал, блядь. Ну, дал бы 100 рублей. Он говорит, да 100 рублей мало, нам 200. А не с Кучерявым, там, Кучерявый уже приехал, там, что-то, говорит, блядь. Короче, пиздец. Я говорю, охуеть, блядь, 100 рублей даю, они мало, нам 200 рублей, пошли нахуй. Ребятушки, обрадовался нахуй. Что такое у меня такие претензии, почему я не поздравлял даже с день рождения? Ну что тебя, блядь, должен поздравлять-то? Рыжик, ты что, ебанулся? Ты меня, что ли, поздравлял? Как будто я ему на тебя обязывал, мне сообщение-то. Паша, не забудь мне поздравиться. Так что, друзья мои, блядь, камень, блядь, с плеч нахуй. Вовка Рыжий ушел, блядь, ребятушки. Заебись нахуй. Знаете, он такой меня пишет, это я вообще просто в шоке. Паша, я у тебя сниматься-то не буду. Да ты мне нахуй, Вовка, не нужен был. Я давно говорил, блядь, сестре, чтобы она его, блядь, забрала, чтобы он как запретил. И тебе говорю, что ты не приходил. Ну, слава богу, ребят, все. Блядь, нас меньше. Но мы в тельняшках. Ребят, тетя Катя позвонила, написала. Паша, заедь за мной первым, там, на Светке шторки. Сейчас с тетей Катей заедем. И потом пойдем, бля, ребятушки. Вообще не знаю, как, ребят. Надо как-то их бульдогу, блядь, на трубу, блядь. Вы туда вести к Светке бульдога, не вариант, нахуй. Короче, посмотрим, сейчас к Светке зайдем. Поснимать Светку, явно Сташка жрать не будет. Возьмем Рыжика, нахуй, может, дедушку. Минку, Пынинку с чернышом. И поедем, ребят, нахуй, туда на трубы и там баночку откроем. Ребят, сегодня спонсор нашей трансляции, ребят,
Алис, бывало, тебе от души душевно. Он, блядь, денег скинул и, блядь, эту. Заказали мы квашеную селедку, блядь, ребят. Не знаю, от крошку, ребят, блядь, не могу найти, блядь, пучеглазый такой тупой, блядь. Хотел дома взять, я думаю, ладно, найду, куплю. Сейчас от крошки не могу купить. Ну, может, ножики, если там где-нибудь купим, ребят, дорогой нахуй. Посмотрим. Так что, ребятушки, не переключайтесь. Вовки Рыжего, не ревите, ребят, Вовки Рыжего нету, блядь, ну не расстраивайтесь. Там Кучерявый будет наверстывать, нахуй. Так что не расстраивайтесь, все, блядь. Все. Ждем, ребятушки, ждем. Ребятушки, подъезжайте, Дикате. Мы сейчас с ней съездим до бульдога. Скажем, чтобы они шли на те трубы, потому что там как-то во дворах, блядь, уже так частенько ставим, привлекаем внимание. Еще полицию вызовут нахер. Так что мы им скажем, чтобы они шли на те трубы. И поедем, до Светки съездим, она там шторки отдаст, едем продукты. Нинку заберем с Чернышева, они там уже должны ждать нахуй. Так, где она, тетя Катя нахуй? Тетя Катя! И все. А там отдельную серию, ребят, запишем, наверное. Краски прямо в этом стоят, нахуй. Видите, вот так вот. Подъезд скрыт, коляски стоят. Я, блядь, домофоном-то боюсь, коляску выше поднимаю, чтобы не утащили, блядь. А они вот так вот, нахуй. Вот тетя Катя идет, нахуй, блядь. Одна, ебаный в рот, одна, нахуй. Рыжий точно, ребятушки, ушел на работу. Ну и слава богу, блядь, ребят. Ты что, как так Рыжего-то потеряла, блядь? Его в субботу так и не было. А он все, он стал, так его. Пашка, больше сниматься не буду. Да, слава... Выебнуться решил. Не, ему это... Ну, такой я охуевший меня, блядь, будто говорил назад, блядь. А, не, он это, ему там сестра, типа, сестра его увидела. Да слава богу, ребят, мы вот рады, что его нету. Тетя Катя такой расстроилась, блядь. Любовничка молодого потеряла, нахуй. Который гонял там за водкой. Вот видите. Сейчас, ребят, до Андрюшки даем. Проедем еще колясочника, посмотрим. Живой, не живой, паскудник. Что там, что? Ты открывашку взяла? Да. Все, ребят, тетя Катя взяла открывашку, так, молодец, дребешки. Да, ребят, пишет, тетя Катя помощница моя, нахуй. Блядь. Помогает, нахуй. Ну, скромно стало, ничего страшного, ребят. Че вы? Куда вот ее девать, нахуй? Какой помешек, блядь. То наглая, то скромная, блядь. То нахуй не нужна, то, блядь, не это, не увольняй ее нахуй. Ребятушки, что это? Это уже мышь команда, блядь, ебать. Хоть я на нее бывает нахуй покричиваю, но она, сука, меня бывает доводит. Аж до слез, нахуй. Ну все, ребят, едем. О, тетя Катя набрызгалась-то, ебать. Ой, блядь, ну тетя Катя, блядь. Ребята, сейчас сядут, блядь, говном завоняют. А? Сейчас сядут все, блядь, говном завоняют. А кто все думает, мы только это заберем Черныша, едем за скажем пешком, чтобы шли. Мы все-таки съездим. Там консерву надо. Ну ты дикать, наверное, не хочешь, блядь, консерву-то есть, нахуй. Конечно, нет, блядь. Почему? Ой, блядь, да сколько орлов-то, ёптво, я боюсь, блядь, их нахуй. Ёп, блядь, орлы, нахуй, смотрите, сидят нахуй, орелики, нахуй. Ёп, студы, блядь. Орлы, блядь, сидят нахуй. Никуда не летят, нахуй, здорово. Привет. Здорово. Я снимаю. Так это мне. Бульдог, подойди сюда быстро. Нихуя, бульдожик. А? Ладно, ладно, сядь, сядь, бульдог. Танюшка, не слушай меня внимательно. Бульдог, не сядь, я сейчас приеду. Идите на те трубы. На какие? На лесную? Да, туда. Прямо сейчас иди. Можно быстро передам? Потом передашь, я приду. Че, брови? Собирайтесь, прямо сейчас иди. Можно прямо сейчас пока. Давай быстрее передавай, блядь. Ванечка и Олечка. Бегунову большой вам привет. И все. .ру. .ру. Ww.ru. На те трубы идем. Все, быстро идите туда. Бульдог! Козявку из носа убери, а то, блядь, помрешь, сука, нахуй. Ой, блядь, нихуя. Кахол! На те трубы пиздуй! На те трубы пошли. Хули ты упрешь, что по каждому говорить, что ли, блядь? Таньку взяли под мышку, нахуй. Я ремонт. На шишку, нахуй. Я ремонт делал. Танька, хулахуп крутит, нахуй. Давай этого бери, блядь, чемодан Козловского и того, блядь. Бегом идите туда, я приеду. Давай, бульдог. Я ремонт делал. Да иди нахуй ремонтник хуй, блядь. Давай, все, бегут. Наверное, вот видишь. Видишь, там у него, ребята, работа нахуй. Точку. Ты что, что я с носом-то, блядь, упал, что ли? Я упал, в сугробе валялся. А, отморозил, что ли? Железо набрала, потащила, блядь. Давай, Козлов, бегом пиздуй туда, блядь. Где пинок? Видите, я что уже, блядь, просто уже, блядь, нос отмораживаю, нахуй. Ребят, самое-то интересное, бульдог мне вчера звонит бухой, блядь, ёпта мать. Какого-то номера, я как обычно, блядь, хуй знаю, блядь, беру. Папа! Ты нахуй, Толяну, переведи денег, блядь. Я говорю, пошел нахуй, охуел, блядь. Толяну говорю, Толян, не давай, блядь, если уж даешь, то, блядь, сначала меня предупреди. А то они, сука, охуели. Все, ребят, едем к Светке.
тоже найти, где заниматься. Ну все, ребятушки, вам приехали, блядь, нынки черножом еду нахуй, падла. Сейчас поднимемся, шторки отдадим, продукты там, Катя с Австралии выслала. И это... И поглядим нахуй, что будет, блядь, так, оба. Курица, какая Валя? А? Которая пиздела. А, типа, что ты снимаешь? Я с тобой не буду общаться, там, типа, исполняем. Все, блядь, Валя, больше она не исполняет, нахуй. Тетя Катя, блядь, тетя свою вид ведет. Тетя Катя, нихуя себе тетеньки. Сними. Ребяточки. Ох. Все, ребят, вот рыжего воспитал, блядь. Тетя Катя, посмотрите, какая стала, блядь. Какая раньше была, блядь. Пашка как-то непринужденно воспитал. Не, страшно ты, Тетя Катя, хуясно. Ребят, консервы, ребят. Куда поедем? Трубы? Да, конечно, там денег есть будет, блядь. Есть хуй, все есть будет, нахуй. Все, заберем. Рыжего заберем, нахуй. Тетя Катя, видите, исправила, смотрите, блядь. Мало пьет, нахуй. Раньше, ты помнишь, она, блядь, первая эта серия, она, блядь, хлестала, блядь, водяру в перчатку. Сейчас, смотрите, только пиво. Так что? Исправляемся, как хоть, Дашки, ремонт идет полным ходом. Молодцы. Даша, смотрим. Ремонтируем. Привет. Здорово. Какие люди? В Болливуде, наверное. Ты еще и снимаешь, да? А как, блядь? Бля, дедушка в прошлый раз там не вышел, даже паскудник. Да. Осерчал на него, нахуй. Ой, тебе даже 5 бутылки новые, ты заебал. Привет. Бля, у тебя прикол, но тебя титьки больше всего в жопу, бля. Все, чужие. Че, надо порвал, что ли, блядь? Да. Смотри, рыжий молодой высосан, что ли. А? Самокрутка кто-то хуярит. Кто? Ждут Павла Васильевича титьку нахуй. Орлы! А? О, бля! Ой, еба! Что такое? Ты что, Сережа, на лобби подъезд дать? Да мы только что поднялись нахуй. Мы боимся. Не спускайтесь нахуй. Фу, блядь! Здравствуйте! Где, блядь-то? Телевизор выключи. Ой, блядь, она не видит никуда. Нетка! Она не слышит. Ты чё, дружище? Я здесь, блядь. Сетка. Ну, а Катя с Австралии тебе продукты дала. На, блядь. Спасибо, скажи. Пускайте, я сейчас пойду. Понял. Рыжик. А Катя где? Проснулся еще. Что привет, там, блядь, передай, убирай. Говорят. Ну, передавай, не слышишь? Я не нахуй. Рыжик, ты что, бухал, что ли? Я туалет в другом месте, Рыжик, как шел в шкаф-то? Что где-то? Курточку вытащи. Что, я здесь приехал? Там штаны. А кто сломался? На работу? О, блядь, чуть-чуть проливать. Ну хули сидеть, рассказывайте нам. Что, вы? Рыжий, оставайся дома, никуда не поедешь. Куда ты нахуй только поедешь? Тебя кто потом потащит? Ты поднесешь. Ну, что я сейчас? Я молодой сейчас буду. Наталья? Че? Да нормально так, Паша. Тишина у нас. Тишина? Соседа вам вчера, это... Да, баба он со своей была, она его ментов вызвала. Антончик, что ли? На него. Ну, она сама под кожу и повезла, видать. Ты куда пошел-то? Они вчера нормально у подъезда такси ждали. Ну, так... Рыжа, ты с нами поехал? Это ночь уже, Катя. Ночь. Это как потом, блядь, нажить? Ничего, да босиком. Пройдется. Пили, наверное. Она. Ну, она орала, я потом к нам стучат, я дверь не открыла просто. Почему? Не хотела? А хочу, нафиг мне их на разборке, они там, она лечит. Пьяная, что ли? Пьяные, ну, себе, блядь, вы прекращайте нахуй пить-то, блядь. Нет, мы-то трезвые. Точно? Они, мы не пили. Бухгалтер. Точно? Блядь, смотри, нахуй, поверим. Это потом. У нас он Вовчик немножко разгрузился. А что Вовчик-то поверит? А что у него за счастье? Так а что? Переебал вас, что ли, блядь, всех? А-а-а. Счастливый такой, сука. Что у нас как-то всех? Весело просто было.
Кому? С кем? Давай Ивану из Кирова привет передай. Иван из Кирова, привет. Да погромче говори, хули ты посмотри. Блядь, босикам. Дед, здорово, блядь, подлай нахуй. О, ёб твою мать. Чё? Побрился, постригся, что ли, на уши, блядь. Иди, Вася, поехали нахуй. Что? На разборке нахуй. Какие разборки? Там на меня наезжают, будут сейчас ебашить нахуй. Стрельба будет. Стрельба нахуй. Стрельба будет. Стрелка нахуй. До свидания. Сейчас, девочка, подожди. Давай, дед, блядь, иди хоть ты деньги хоть заработай. Садись, блядь, на стул нахуй. Как говорится. Дедушка, видишь, блядь, прилетел в прошлый раз, ты даже не хотел видаться со мной, блядь. Я этот раз, ты видишь, как орел прилетел нахуй. Давай, дед, блядь, четко, громко, как от этого отскакивает. Алекс Бывалому. Алекс Бывалый, привет. Кох. Кох, привет. Сева. Сева, привет. Андрей Акинфеев. Андрей Сайкиев, привет. Да, блядь. Андрюха Воронов. Андрюха Воронов. Эльмир Съемала. Эмил Шьемало, привет. Здравый. Здравый, привет. Дмитрий Моргунов. Дмитрий Моргунов, сейчас, привет. Сейчас, подожди, отдохни. Давай, Светка, сейчас угадайте, ребят, кто кому привет передает. Светка, давай. Катя с Австралии. Привет, Австралия, привет. Димас Белого моря. Димас Белого моря, привет. Инга Александровна. Здорово. Инга Александровна, привет. Андрей Саркисов. Андрей Саркисов. Саша Штольц. Саша Штольц. Ярослав Белов. Ярослав Белов. Я ему там... Ну давай, я там сейчас пустимся. Дядя Вася, пустимся. Тогда я погмелюсь. Там пузырь у них всего. Так, что там? Ярослав Белов так сказал. Саня Пушкин. Патриот. Николай Целышев. Николай Целышев. Евгений Брусницын. Евгений Брусницын. Делярочка. Делярочка. Алексей Попов. Алексей Попов. Виктор Анатольевич. Виктор Анатольевич. Строительная компания «Форвард». Строительная компания. Зависла на руке. Ладно, давай. Гамми Гаммио. Гамми Гаммио. Корвет. Корвет, привет. Павел Токио. Павел Токио, привет. Сергей Губарев. Сергей Губарев, привет. Олег Пронько. Проньков. Олег Пронько, привет. Ну давай, Евгений из Тамбова. Евгений из Тамбова, привет. Все, всем привет. Всем огромный привет. Скажи, всех люблю, всех обнимаю. Всем здоровья желаю. Да. И Катюху изнасилую. Обнимаю. И всем привет. Не-не-не, ей нельзя. Маленькую. Сашка. Надя, не Катя. Тиди, Катя, заплачешь. Спасибо. Ой, блядь. Ебучий рога. Это что такое, блядь? Тиди, Катя, случилось. А там колючка. Вы нахуя ей деньги отправляете, ёб твою мать? А смотри, как изменилось, нахуй. Ой, никто меня нет. Все забыли, блядь. Опять просит нахуй, опять просит нахуй. Светка. Светка. Что? За 500 рублей рыжим письку отсосешь? Нет, письку пускай раздевается. Догола. Ебать будешь? Да. Жестоко, что ли? Светка. Те съемки говорил, что Светку ебать не будешь, блядь. Кать, вот... Вот ты мне так сказал. Как золото? Че, он выебывается, нет? Его самого ими. Кого? Его, говорит, хоть самого ими. А че? А чего? А у него у пьяного крыша едет. Че, да. Че он делает? А хочу. Бросается на нас. Нарал? А где он бухает? Вы не пьете, главное, трезво. Ну он один пьет, сидит. Че, если мы не хочем, так он давай, сидит. Где-то, походу, опять обиделся, нахуй. Нет, он пошел в башмаке одевать. А что, Наташка, ты у них не живешь? Че? А я что, жить-то буду? Не, так спокойно живется. А что? Одного хватает. Не, а что, он тебе раз-раз поебальничку даст, и все нормально, хуй, не хочешь? Да, да, не, он со мной разговаривает. Общается? Гости заходят к нам. Да? Вот, сука, дед. Он с Леной. Да. Че, он Лену-то ебет, нет, хоть? А вы че? Вечку что не держишь? На, мы с ней проверяем. Почему? На, проверять нахуй. Опа, дед, нихуя шпана самоскворечная, ебать мой хуй. Девушка, что с нами поешь, нет? Нету. А что оделся ты так? Одевай куртку-то, блядь. Замерзни сейчас, не хрупал, блядь. Дед, бандит какой, с большой дороги, дедушка, на. Бандюга. Прохладно? Да, конечно. А что ты хотел? Блядь, подожди, дед, дайте я хоть запечатлею таким, блядь. Паскудником такая, вот, блядь, шпана. Блядь, ребяшки, 73 года, посмотрите, нахуй. Ебать. Чучундра рыжая, посмотри на меня. Я не чучундра, я нормально. Ты что в Олимпийке, как? У меня вот маленькая есть. А, не. Это, пока. Иди спускайся, маленький, сейчас тебя как ебнет птичкой, нахуй. Ты, блядь, перенешься, нахуй. Я сегодня, ну, как
как бы пытался до титки дорваться. Пытался. Да какой? А у них титки нет, у него не таски, не сетки, блядь. Ну так, ну, достирные доски. Давай. А давай. Ты у нас прям бы производитель, пиздец. Ну и сносил. Шишка, наверное. Шишка, наверное, как бубенчик. Я в туалет-то ползком не ползу на четвереньках. Это не хитец, это не можно. Батл. Я тебя когтем изнасилую, блядь. Коготь тигра, нахуй. Рыжего, нахуй. Иди чудо, спускайся, блядь, Динку там паси на стороне, нахуй. Сейчас подъеду, нахуй. Иди на машину. У меня там мужик есть, пускай у нас сегодня. Да ладно, ты хули, блядь. У меня две барышни есть. Я обоих не ебёшь. Я обоих не ебёшь. Где ты у тебя никого, нахуй? Вот, видишь, Тёня? Я на вас заявление напишу на обоих. Ага. Что вы не даете, блядь? Слушай, мы вот вчера прослушали, когда менты приезжали. Надо было тебя до кучи подсунуть им тебя тоже. А, нормально. Тихо, хоть спали бы спокойно. Тихо, что ты хватит на рыжике? Заебал просто? Пиздит вас. О, дедушка, нахуй. Все, пошли, спускайтесь, нахуй. Все, Маша, всем пока. Давай, до новых встреч. А ты хорошо такое взяла? Где она? Светка, подсунь Наташку по-дружески, щечку, на камеру. Зачем, говорит? Она еще не найдет. Паша, она в туалет уже к этому идет. Надо с очками решать ей вопрос. А что же я очками? Врач сказал же, очки там такие сложные, блядь. Ну, так что-то не знаю. Она вообще не видит. Ведь бы в сифонер не сходила, блядь. Ну, сходить-то не сходит. Вон, блядь, колонка стоит, сделайте какую-то унитаз, блядь. Она потом очень видишь? Раковина ходуном. Вы самое главное, рыжего не угоняйте, блядь. Рыжий вам хоть пожать носит вам. Так и Света ходит. А так она не видит нихуя, блядь. Света ходит, блядь. Пашка хромоножка сидит дома, блядь. Светка не видит нихуя, ходит, блядь. Вот. Даже хорошо вообще, ребяточки, блядь. Я тебя тут... кто скажет, что тебе тихо спросить, как тебе, блядь, блядь, брови черные. Иди давай, Кать, блядь. Вот так. Пожопи мне шукать, ням. Да, не пожопи, а тебе жопу пинаешь. Геморрой, блядь. Как бы геморрой, у меня геморрой не был. Какашка вылезет, да. Какая говёная, какая, блядь. Бля, ребяшки, я даже не знаю, кто будет у них есть, наверное. Бульдог, Нинка будет есть, наверное. Кто, блядь? Бульдог как раз бухой, ему похуй. Сейчас. Тетя Катя будет открывать баночку, откроет им баночку. Она у меня правая рука сегодня, нахуй. Она баночку откроет, есть не будет. Так, чтоб меня сразу там... Ну ты, блядь, нос закроешь, курите. Здравствуйте, барышня. Давай, барышня, иди. Барышня, не мешай, они работают. Молодца. Давай, иди, блядь, ружи. Ладно, ладно, что ты на меня ругаешь? Так что ты? Я вас люблю. Полскудник, лежал, спал. Ты деда не убил, верю, блядь. Верю, нихуя, все. Арестант, блядь. Осужденный Максимов Петрович, куда пошел? Багажник. Ты же не Максим Петрович, куда? Черныш, что пинаешь колеса, блядь? Вообще-то неправильно стоит, нахуй. Сейчас, давай, Черныш, короче, Нинку на это, нахуй, на шишку, нахуй. Дедушку под мышку, нахуй. Давайте все, чтобы уместились, и типа нас двое всего едет в машине. Нина, ну-ка на пакет, давай берем сюда. Нинчик, сегодня у тебя есть возможность будет, тогда денег дам тебе, Нин. Сегодня, знаешь, какая возможность у тебя будет заработать денег? Нет, Черныш, давай пакет. Кредит. А? Кредит взяли на меня и вот. Якобы... Вот есть такая банка, Нинка. Это называется селедка квашеная. Это в Швеции деликатес, но она воняет. Вот если ее съешь, Динка, блядь, 2000 рублей дам, нахуй. Ой, нет. Давай, поехали. Эх, Нинка, блядь, как картинка, блядь. Дверь, окошко закрой, блядь, рыжий, нахуй. Выпадешь, ёптать, высосит тебя, она. Ага. Да, дедушка? Тебя засосет, как этого, нахуй. Как последняя путина, нахуй. Пиздюлей и так дома получил. Мне хоть есть, от кого получил. Ребяшки, ну все, едем нахуй, ребят. Ребяшки, ну все, поехали на трубы. Команда в сборе нахуй, команда ух. Работает до двух. Черныш, держись нахуй. До двух, работаем до четырех. Все, ребята, не переключайтесь. Дальше все самое интересное. Черныш будет жрать нахуй селедку и квашеную. Самое главное. Да, Черныш? На двоих с Нинкой заработать. Самое главное. Ну смотри. Чтобы сосед. Ложку съели 500 рублей. Вот и все. Заходите есть. Она, правда, воняет, ну хули. Но она не испорчена. Это специально ее квасят так. Банка, банку мне прислали, блядь, за 2,5 месяца. Так, я банку сожру и сколько я получу?
Если целую банку съешь, 2000 рублей выйдет. Если целую банку, 400 грамм ее съешь. Блять, ты же заебал, блядь. Мусорник. Фантик, блядь, ты выкинул. Фантик, блядь. Засунь его нахуй себе. Все, ребят, едем. Ребяшки, к Андрюшке мы подъедем сейчас. Сколько лет только зим, вчера списали на сливе. Я ему говорю, Андрюшка, жди нахуй, мы вернемся, блядь. Андрюшка, он же не колясочек, он Андрюшка стульщик. Стульщик, музыку слушает. Так, братан, блядь, здорово, Андрюха. Привет. Как она, о, блядь, нихуя, сейчас тебе кучу разгребу, нахуй. Как она, ничего? Ты чё, блядь? Чёненько, блядь? Пошла к Андрюхе, что ли? Ногу высыла. Хочешь Андрюхе подножку поставить? Да ты чё вы там, блядь? Ты чё там, блядь? Не бегаешь, что ли, блядь? Черти, блядь. Андрюшка, как оно, ничего? Нормально. Все нормально? Как супруга? Нормально. Нормально? У меня внучка родила. Поздравляем, Андрюшка, поздравляем. Ну ты что, хоть видео-то смотришь? Рыжий, сука, иди сюда, блядь. Конечно. Да. А что ты сейчас даже не звонишь, ничего, блядь? А? Не звонишь, ничего. А мне нечего. Не с чего? Телефон надо. Да ты хоть это, блядь, пульт управления, пульт от телевизора возьми, с него дедушка, ну-ка, ну-ка, рыжик, покатайте его, нахуй, покружите его, блядь. Кружите его, кружите его. Подожди, Андрюшка, нахуй тебя запечатлели, нахуй. Все нормально. Ничего, Андрюшка, скоро будем на трубы ходить, нахуй. Да? Сейчас потеплеет, нахуй. Андрюха, целую. Целую. Только вспоминали, как он у тебя на коляске на коленях сидел, блядь. Видишь, он любит он тебя, блядь. Весна на улице. Рыжий. Весна на улице, рыжий, ебаться захотел. Андрюшка, возвращайся к нам, блядь. Ебать, будешь меня, нахуй. Женщины не любили тебя. Опа. Такая проблема. Наоборот. Чтоб не любили, а то в магазин бегать. Наоборот, любили. Спасибо, куда не положено, нахуй. Наверните. Давай, рыжий, запрыгивай в кабриолет, нахуй, поехали. Поехали на трубу мы, нахуй. Надо, Андрюшка, не расстраивайся. Че, для тебя ходунки-то, блядь? Ты, блядь, намек-то понял, взял, подскакал на трубу, прискакал, нахуй. Дорога покурим. Да ты вон через забор перепрыгнул, нахуй. Ладно, Андрюшка, у тебя потеплеет, будешь шпанделять, так приходить. Давай, Андрюшка, у тебя волосы женские, блядь. Бабушки были тут. Бледюшник устраивал, нахуй. Дверь открылась, нахуй. Ёб твою, он нахуй. Думал, пиздец. Давай, Андрюшка, сильно далеко не езди, пока гололед, нахуй. Четверг уже будет плюс 17, нахуй. Не-не-не, сейчас это. Там, блядь, иду, блядь. Там нужно, блядь, обосраться можно, нахуй. Ёб, блядь, сюда сюда, сюда сюда, нахуй. Бля, Андрюха, я думал, что ты посидел, нахуй. Ладно, Андрюшка, давай, мы поехали. Поехали там, блядь, будет. Давай, смотри видео, там будут они сейчас селедку кушать, нахуй. Квашеную. Давай, всем привет, да, Андрюшка, живой, все. А то вчера пишут на стриме, ты был вчера на стриме-то? Да. Пишут, говорит, живой, я говорю, бля, поди, что им будет-то? Давай, Андрюшка, не реви! Мы скоро увидимся еще. Давай, выходи в субботу, постоянно здесь подъезжать будем. Давай. Ну вот, ребятушки, Андрюшку мы встречали хоть, блядь, паскудника. Ну хули, ребят. Рыжий. Чего я опять? Успел поцеловаться с ним хоть? Паскудник. Да. Ох, блядь, вообще коляски и посел бы на коленках у него, да? А? Нет, ну каталку можно катать. Ну, сука, рыжий. У рыжего весна, видите, гомосятина проснулась, нахуй. Гомосек. Где ты его там возбудил, нахуй, ему там, наверное? Да, девушка? Точку G ему там нащупал, наверное, блядь. Дед довольный. Дед, и сам наёбся, и рыжего, блядь, возбудил, нахуй. Ну, блядь. Ну что, ребятушки, рыжий такой, он любит, блядь. Ему хоть его, хоть он, блядь, ему без разницы, нахуй. Все. Ну сегодня-то хоть никто не убьет, пока будет спать. Где ты будешь спать-то, блядь? Дома. Тебя, блядь, сегодня никто бить не будет. Тебя сегодня по кругу пустят, мужики, нахуй. Не мужики, бабы. Ну, не бабы, а женщины. Бабы сядут на лицо, а мужики тебя будут долбить нахуй сегодня. Женщины. Черныш, он уже готов. Черныш будешь? Не, я лучше дома, да. Че дома-то, блядь? Дома-дома. Он у тебя не пустит домой-то, блядь. На улице сегодня будете, нахуй. Грязный секс устраивать, нахуй. Да, да я уже, нахрен, под землю спрятались. Ты жопу оставишь, как страус, нахуй. Я не страус. Ладно, ребят. Павел Васильевич, извращенные какие дети, нахуй, ее мысли, блядь. Господь со мной, нахуй. Я лучше у теплой кунки, у теплой кунки Нинкиной, что ли? Да? Да нет. Блин. В кунятину нырнешь, нахуй. Тебе лучше кунятина, чем жопятина, что ли, да? Да. О, орлы сидят, блядь. Там, походу, делают. Да, работают. Красный нос, походу, делают там тоже, блядь, ребят.
Вот человек напился, блядь, упал нахуй, видите, блядь, и лежал нахуй в снегу. Проехал бы туда. 200. А потом... Открывать давай. Давай выходи по одному нахуй. И что, блядь, мы геологи нахуй? Орлы! Ебаный ворот. Летите сюда нахуй. Ладно, сидите, пойдем туда, полетели туда. Где моя правая рука нахуй? Нинка, нихуя вылезла. Так, дядя Гадя, пивасик тебе, пивасик Нинке. Давай прикуривай, закуривай. Так. Черныш, оставь, ты потом это берешь нахуй. Держите, Черныш, бери водку на бочак нахуй. Сам, я посчитаю нахуй. Черныш, на, три бутылки. Все, помчались нахуй, только в путь. Все, ребят. Рамсы пошли. Пошли, рамсы. Шунды-мунды нахуй, сейчас тебе, блядь, шунды-мунды нахуй. Пойдем туда. Бульдог. Ремонтник ебаный. Орельчик нахуй. Не бульдог, а блядь. Кто здесь? Вы опять много говорите, я не пойму, кого слушать. У кого из звездки, ты где валялся? Вот рубль подъездил. Весь белый, блядь. Ну посмотри на нехуй, блядь. Ну-ка уйди туда, нахуй. Ты что хочешь, блядь? Ну, блядь, нихуя. Вон. 120 рублей должен, Игорь? Сколько дает? Какой Игорь должен, блядь? Он... Игорь, ты что, 120 рублей должен? Он взял мне в августе, еще до сих пор не отдал. А ты по проценту, на бабки поставь его на проценты, нахуй. Тань, пошли туда. Ладно, что тебе там сделал. А что ты сделал? Крыша ебаная. Что она сделала, скажи? 360 рублей ебнула. Так вы сами пускали. А что 360, а не 500 взяла? Больше не было? Виновата. Виновата ли я? Виновата ли я? Да? Что? 360 рублей было всего. Я не брала. Не брала ты, сука. Какие 360 рублей? Ты все, блядь, не брала. Брала она. Ты все брала. Ну что, давайте, смотрите, сразу договариваемся. У меня есть 2000 рублей, да? Слушайте внимательно. Да я не тебе говорю, как вопрос совсем. Смотрите. Вот эта банка. Тут квашеная селедка. Она вонючая. Но она не это. Это шведский деликатес. Стоит 3500 рублей. Нифига. Алекс бывал ее купил. Алекс кто, бывал? Кто съест, нормально зачерпнет, съест, 500 рублей получает. Если кто-то хочет ему целую банку съесть, 2000 получает. Подождите, что, подождите. Дай попробуй. Да подожди, открою сначала, подожди сейчас. Ну я же сам. Ты будешь за 500 рублей? Где? Так она целая хоть? Новая, блядь, ты что, хуёво, блядь, два месяца шла. Где, подожди, сейчас открою, подожди 5 секунд. Давайте, где-то один первый. Нинка, ты будешь есть? Я сейчас возьму вилки. Нинка, ты будешь есть? Не знаю. Давай, да, нет, мы собираем 4 человека. Или один дед съест нахуй. 2000 за рублей заработал. Больше денег хочет заработать. Нет. Да подожди, девочка, подожди 5 секунд, мы сейчас не найдем никого. Давай выпьем, кадет. Вот это запах наш какой будет. Пока. Ты будешь? Ты будешь? Пока, подожди. Да говори, блядь, подожди, сейчас, если это сама. Я сейчас найду рубль. У кого? Заебал фокусник. Фокусник ебаный. Ты давай, блядь. Иди отсюда, фокусник. Дай подожди руку нахуй. Да подожди, дай подожди. Опа. Опа, рубль нахуй. Да нихуя себе. Давайте это. В общем, кто. Какого ты будешь нет есть? Кого? За 500 рублей. Кого хуй моего, блядь? Кого, блядь? Какого, блядь, 10 раз ему сказал, дай, блядь, вилки возьму. Ну, ребятушки, дедушка уже такой это, он еще просто может это. Сейчас дядя Гадя откроет эту баночку, ребят, блядь. Ебать. Ну это, ребят, это будет маленькая отдельная серия. Так, вилки, вилки, вилки. Я, блядь, взял. Стопки даже взял. Так что, ребята, все, не переключайтесь, будет самое интересное. Следующая серия. Вы увидите это все.